Вот этот домик у нас очень хорошо прозимовал. И самый первый пошел на облет. Вот пчелка села. Выносили. У него очень много корма, тяжелый прямо такой. И так хорошо облетывается. Пятый хорошо тоже облетывается, начал, начинает прямо вылазить. Чтобы они не съели. Прямо вообще садятся на них. 14-й хорошо облетывается. Тоже хорошо прозимовал. Прямо чистенький, видно, и литок везде чистенький. Это тоже нормально прозимовал. Оно же сразу видно, где нечистые улей. Вот это тут 16-й тоже чистенький. Обратно на меня села пчелка. 4-й почему-то мало летает. И обратно села. Эти тоже чуть-чуть начинают только вылазить. Тоже чистенькие все прилетки вот пока. Все чисто. Ну и здесь еще тень все-таки. А там больше солнца. И вот где больше солнца, они первые вылазят на облет. Привет всем! Сегодня у нас 10 апреля, и мы выставили пчел. 10 часов утра вынесли их из пчельника. Сейчас уже около 12, и значительно потеплело. 8 градусов в тени, но на солнышке гораздо теплее. А вечером обещают где-то плюс 10 градусов. Ну вот как только пригрело солнышком домики, они нагрелись, пчелки почувствовали, что на улице уже хорошая температура, и они полетели облетываться. Год на год не приходится. В прошлом году выставляли в начале апреля, даже на 1 апреля. Когда-то даже в конце марта выставляли. Самое позднее было 18 апреля выставляли, а вот в этом году 10. Но сейчас уже должно прийти тепло, и через 2-3 дня уже будет плюс 16 градусов тепла. Ну и в зимовнике уже сейчас им тяжело, потому что там днем температура на улице плюс 5, хотя бы плюс 6, и там поднимается тоже и температура, и влажность, и им уже некомфортно находиться, и нужно очиститься, облетаться и приступить уже к работе. Вот здесь начали потихоньку клубком к таким вылазить. Ну и, конечно, на всей пасеке стоит радостный шум. Насиделись пчелки за долгую зиму, и вот как только пригревает солнышком домик, становится теплее, и они у нас выходят на облет. Здесь вот на солнышке стоят, и здесь расчищена вся вот эта полянка, поэтому за ветром, и как только потеплело, вот они у нас вышли на облет.
чистят домики уже сейчас они. Будут приносить воду, пока еще ничего не цветет. Поэтому будут питаться то, что есть у них, какие запасы. Перги, меда. Пергу можно будет потом еще подставить рамки. И сейчас, как только вот они облетаются, матка начнет сеять больше яиц. И семья будет развиваться, готовиться к весеннему взятку с ивы, мати мачехи и других растений, которые будут цвести. В общем, работа у них уже кипит с самого первой минуты, как только их выставили уже на свежий воздух. Сразу они начинают жужжать, летать. Началась их пора. Сезон открыт. Ну и, конечно, сейчас нужно пройти вот так вот по всем домикам, когда они у нас успокоятся, и положить дополнительные полошки, утеплительные вот эти вот. Здесь один, там тут тряпка, которая у нас холстик закрывает пчел. Вот одна будет, вторая и третья. Где домик слабый, ух ты, пчела. Где домик слабый, там надо лучше даже 4 вот таких подушки, чтобы им было тепло. Потому что сейчас главное, чтобы семья развивалась пчелиная, надо, чтобы было тепленько им. Поэтому одна, вторая, третья, в сильных семьях по 3, а в слабую еще и 4-й положок вот этот. Давай лети уже. Все, полетело. И все, сейчас прикроем, крышкой накроем, и будут у нас стоять они вот так вот. Ну и, конечно, нужно будет просмотреть, какие у них запасы меда. Здесь сразу открываешь, и видно, что вот на крайней рамочке есть печатка медовая. Вот там уже они сидят. Главное, чтобы мед был у них. Было им что есть сейчас. Ну вот уже 3 часа, а пчелки все летают. Хорошая погода стоит. Прям замечательный день для выставки пчел.